Преподаватель Тверского государственного университета Ален Сильченко разработал проект педагогической платформы «Педагогическое наследие в цифре» для взаимодействия учителей, учеников и родителей. Со своей идеей он прошел финал всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия», который проводится на президентской платформе «Россия – страна возможностей». С финалистом конкурса пообщалась Наталья Чекет. Электронные сервисы педагогической платформы должны упростить жизнь учителям, школьникам и родителям. Платформа состоит из двух модулей. Первый – организационный. Он включает в себя электронный дневник и расписание, журнал успеваемости. Второй – дидактический модуль, позволяет преподавателю правильно выстроить учебный процесс. Внешне это обычный электронный журнал, но когда учитель, например, стадия проектирования учебного процесса, это не просто тематическое планирование, да, а выстраивание неэкологической структуры вот в рамках педагогической технологии. Всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия» проводится на президентской платформе «Россия – страна возможностей». Для молодых людей, неравнодушных к жизни родного города, села или поселка, и готовых предложить свои идеи и проекты для развития малой родины. Мы видим, как много молодых, талантливых, способных ребят из всех регионов нашей большой страны предлагают очень важные, полезные, нужные решения для своей малой родины, для нашей страны в целом. Конкурс «Моя страна, моя Россия» уже давно завоевал репутацию такого прекрасного социального лифта для молодежи. Во всероссийском конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 до 35 лет. Победители ждут стажировки, образовательные гранты и премии, возможность получить наставника и дополнительные баллы к ЕГЭ или вступительным испытаниям на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. Конкурс «Моя страна, моя Россия» уже давно вышел за рамки только конкурсных мероприятий. Это сообщество. Сообщество экспертов, педагогов-новаторов, инициативных молодых граждан, которые неравнодушно относятся к развитию российских городов и сел. Номинаций много, они охватывают весь спектр вопросов социально-экономического развития российских территорий. А скоро стартует 18-й сезон всероссийского конкурса «Моя страна, моя Россия». И у каждого жителя Тверской области есть шанс улучшить жизнь своего региона, создать собственный авторский проект в различных сферах. Нужно подать заявку на участие в проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». И после, одержав победу, получить поддержку для его реализации.